это Simpson и WhatsApp TV. И мы находимся на фестивале U-True 13. Да-да-да-да-да, я работаю MC, когда город спит, а народ висит, заливая в горло спирт. Мне элита, мой дресс-код стрит, вольну смесь слов бит, качну весь пол в ритм. Данки, жорики, максы, камикадзе, майка, шторы, но не красные макасы. Не-а, вон кто-то снова набухался в мясо, снова на барной стойке грязные танцы. А я не панк, не рыгая в бак, мистер коньяк прет как путанг, так и новый рэпак. И как-никак 3 по 10 намотал, то есть на пятак больше, чем известный нам Тупак. В планах еще 2 по 30, это минимум. Время течет, давай повиски или текили бум. Земля большой танцпол, жизнь большая пати. Тети и дяди, не скучайте, мувья бади. Тети и дяди, все на пати, мувья бади. Тети и дяди, все на пати, мувья бади. Тети и дяди, все на пати, мувья бади. Давай, мувья бади, давай, мувья бади. Лай, ла, лай, лай, лай. Тети и дяди, мувья бади. Лай, ла, лай, лай, лай. Не залипайте, мувья бати. Лай, ла, лай, лай, лай. Вы точно знаете? Мы понимаем. Мы не знаем, что это свэг. У Тимати спросите. То бишь Тимати точно знает, да? Ну, Тимати, да, возможно. Классные кепки, классный стиль. Ну да, я тоже считаю, что это стиль, это абсолютно. Очень классно смотрится, так необычно, и это как раз подходит тем людям, которые слушают рэп, R&B, хип-хоп. Мы работаем над тем, чтобы Room Records был свэг и приобретал что-то свое, свэг, какая-то изюминка, что-то, что отличает тебя от другого. Room Records это свэг? Room Records это свэг! Ну, я думаю, что это не совсем. Мне кажется, что это направление какого-то непонятной движухи какой-то, которая, ну, как бы, что-то есть там, ну, хопового, но там нет основы, нет, с чего это, что это, что такое свэг? Свэг — это какой-то образ жизни такой, со своими приколами, короче. Но свэг — это хип-хоп? Ну, я не сказал бы, это просто жизнь на отрывон, а хип-хоп — это немножко по-другому. Я не знаю, что такое свэг. И это мой свэг. Не знать, что такое свэг. Как, блядь, вот слово, знаешь. Вот говоришь там, я, блядь, покатил эти педали, как цепанул. Ну, ты такой свэг. Ну, свэг — это типа там, ну, яд, знаешь, можно яд говорить. Я пойду куплю себе яд, педали. Снег, да, падает с неба снег. Это нормально, зимой, это хорошо. Правильно, Россия же. Я до сих пор. Русь, я бы сказал, Русь, не Россия, ведь мы в Украине. Украина, в принципе, называется Украина, потому что была окраиной Руси. Так что не надо разделять нас на разные народы. Вот что бы я хотел сказать жителям нашей страны. Это надо понимать. Несмотря на то, что несметное количество людей так и не сказало нам, что такое свэг, мы все-таки попытаемся сегодня это узнать. Хип-хопы, это за рубежом появилась свэк, у нас какой свэк, у нас все как обычно, все ништяк, все хорошо, и когда не все хорошо, значит, ебать, не свэк. Я знаю, что это такое, если перевести на наш лад, это что-то, то, что тебя выделяет от других. Я думаю, что нужно, ну, как бы, меньше американщины делать. Я недавно узнал, что такое свэк. Secret we are gay, типа секрет мы геи переводится. А вот кто говорит, что он свэк, он понимает, под что он подписывается. Так что не будь пидором, не подписывайся под эту хуйню, братан. Тут будет куча вырезки, но нормально на самом деле, да? Сейчас уже лучше говорю. Сейчас я уже разобщался с тобой, уже тебе познакомились. Вот, но этот свэк совсем ко мне не относится. Или ты недоволен, что я сказал про свэк так? Типа, ты свэк, ты представляешь свэк? Не, мне, братан, все понравилось. Просто где-то примерно 50 человек до этого, которые говорили, что я свэк, они обидятся. Да? Вырежьте про это. Смотри, короче, как, сейчас же трэп, понял, трэп моден, типа, это раньше Dirty South там, да, был, потом R&B мода, а потом опять там бабахнул у нас русский рэп. Сейчас уже всем надоело, сейчас опять повторяюсь за неграми, но я надеюсь, короче, что русский рэп будет жить вечно, и просто это временное течение, вот эти свэки и так далее, сейчас по-любому взорвем на чем-то крутом, просто надо написать что-то новое. Man, fuck swag! Ладно, swag, что такое swag? Это фишка. Центр — это свэк?
Ну, для кого-то да, не знаю, для кого-то нет, я так не могу тебе сказать. Ну, конечно, в чем-то, наверное, есть свой свэк, иначе люди бы не слушали. Убили неправильно, вот причина и повод вам. Я заберу часы у Филиппа Киркорова за 100 тысяч долларов, разделим на всех. Это не трек, это против вашей победы протест. Я рад за касту Люба и Би-2, они ветераны. Для орков мы не звезды, да ты прав, мы не сияем. Я не с России, я люблю Россию, там мои корни. Но не пойму ваш гламурный и разукрашенный поп. Мир на нас падает тень, наши здания серые шоты. Мечта в детстве в чем-то была и исполнилась, наверное, больше, чем я бы того хотел. Есть такой хороший анекдот, как во время новогоднего утренника пожилой актер, играющий зайчика, подходит к зеркалу, смотрит на себя и говорит: «Ну что, Вася, ты хотел быть актером? Радуйся!» Космонавтом точно не мечтал быть, но я закончил авиакосмических систем факультет, ФАКС. Поэтому с космонавтикой трохи связан. Мечтал быть в детстве тем, кем стал взрослым. Это все срослось. Я мечтал быть каратистом. Я не помню. Я еще рассказываю. Я мечтал быть каратистом, потому что тогда были модные фильмы про Брюса Ли. И даже я помню фильм, где он работал Чака, самого Чака, у которого третий кулак под бородой. Конечно, это был самый высший приоритет. Мы смотрели фильмы про кунг-фу и хотели быть ниндзями. Зуб, а ты кем хотел? Я не помню, музыкантом, кажется. Не-не, скажи, как есть, с кем бы хотел быть. Контрабасистом, наверное. Я к ней постепенно приближаюсь. И она все ближе и ближе. Думаю, да, думаю, все получится. Но надеюсь, верю в это. Тот, кто верит, все получится. Тоже космонавтом мечтал, да, было. Как пословица можно убить словом? Если я не отвечаю, значит я сломан. И этот стих никому не адресован. Я стал попсовым, но не назло вам. Пытаюсь уложиться в сроки, как настройки. Пишу строки в монохроновой настройки. Запах духов стойких остался на рубашке. Послание в небо для моей бабушки. Помню с мамой еще в Стаханове падлу. Исполняется потихонечку, но не так стремительно, как я это видел в детстве. Я в детстве хотел быть рок-звездой. Я рисовал сам себе флаера, афиши своей собственной, своей несуществующей группы. Ну, в общем, сейчас я этого не делаю, но мечта потихонечку сбывается. Только пить и пить, и по хай-дефинишн смотреть футбол. Какие-то исполнились, да? Ну как, что я хотел делать? Слушай, я не помню. Ну, что-то я себе покупал. Ну там хотел я типа много там игр, чтобы у меня для приставки было. Вот у меня их на. Ну, мне хватает. Ну вот, то есть такие какие-то детские мечты, да, наверное, исполнил. Все не подливают мне, не подливают остатки данных. Я могу сказать так, что я мог стать космонавтом, потому что мать кормила меня грудью 2 года. А те, кто шарят, те знают, что это очень сильные люди с достойным иммунитетом. Со льдом, это виски со льдом, виски со льдом. Все переворачивается ветром. Виски со льдом, потом виски во льдом, я не знаю. Мечтал быть в детстве водителем мотоцикла. Мечтал быть в детстве машинистом в поезде. И все, вот. Я не помню, что я мечтал, но все время мечтал быть артистом, поэтому по-любому моя мечта сбылась. А еще мне нравится пословица, она связана с космонавтикой. Я всем говорю и сам следую этой пословице: если сильно захотеть, можно в космос полететь. Поэтому, ребята, дерзайте. Все четко в цветах, ручьем течет от винта. Виски со льдом, виски со льдом. Летчиком мечтал быть, честно. Ну не космонавтом, просто летчиком, истребителем, короче. Под дном, я виски со льдом, дай мне. Короче, поскольку я не летчик, походу не осуществилось. Но так было много. В детстве же, короче, детство тема прикольная, что там каждый час новая мечта.
Какие-то по-любому осуществились. Меня сегодня не сможет остановить. У бара буду я всю ночь только пить и пить. И по High Definition смотреть футбол. Буду громко кричать и плевать на пол. Я Миша, Миша, ай-яй-яй. Полный бак не заливай. Миша, ты уже готов. Наломай сегодня дров. Миша, Миша, ай-яй-яй. Обратный путь запоминай. Осторожно, алкоголь. Завтра головная боль. Виски со льдом, мне виски со льдом. Я буквально на днях посмотрел «Невозможное», фильм о цунами, который был в 2004 году, очень сильно снят, интересный. Обычная зарисовка из жизни, невыдуманная история, но очень сильная. Вот, GSP посмотрел 720, ВКонтакт кто-то залил в качество, респект этому человеку, реально очень крутой, красивый фильм. Вот, а «Люди в черном 3» давно никогда не видел, вот, и посмотрел буквально вчера. Ну, вообще, «Облачный атлас», мне вот очень понравился фильм. А, еще мне Мезер, ну, московский рэпер, посоветовал тут посмотреть фильм «Клык». Греческий фильм. Бля, ну я вот такого мяса я не видел давно, я даже не знаю, как к этому относиться. Если вы не видели, посмотрите, это, ну, какое-то отъехавшее дерьмо наглухо. У меня просто мозги завернулись в трубочку. Очень я впечатлился. Хороший он или плохой, не могу даже сказать, просто хуй пойми чё, но такого я давно не видел. Моя мама хотела, чтоб я любил учиться, но мне было наплевать на формулы и числа. И тем не менее я получил даже выше, но не при помощи его летая выше крыш. Как у меня дела, тебе интересно, правда? Бывает по утрам не очень схожу с ума. Не поднимается лишь только тот, кто не падает, но в глазах твоих гореть еще не перестал. Потерял кристалл, сидя на облаках, обогнал смерть. Страна у вас чисто, если в 3D так посмотреть, более-менее. А вот из таких, которые в натуре запомнился, я бы посмотрел еще раз. Джанго, освобожденный морально. Вообще плюс Гонева, это круто. Схема, если сильно захотеть, вселенная тебя услышит. Ну да, наверное. Прости, мама, что я не стал, кем ты хотела. Но, к сожалению, у вас папой не лучший пример. Верните мое детство, там время шло медленно. А Дед Мороз на Новый год дарил не только снег. Я помню тебя. Вся моя радость и боль, если ты рядом со мной. Начало с Ди Каприо понравился. Куки понравились, Мстители. На самом деле прикольный фильм. Ну, то есть там нет какой-то, может, глубокой идеи, но он очень здоровски сделан и прикольно смотреть его. Сорт-травой Миша Крупин, по-любому самый крутой. Мой любимый став. Так много значений этого слова. Я вижу день, брат, повсюду тропы машин. Как закружила нас ворвы машин. Нужно спешить, но мы тупо. Не знаю, что тебя видит. Хочешь успеть, любой турбо решим. Американский стаффордширский терьер. Нет, если ты спрашиваешь про шкаф, то шкаф-купе меня устраивает. У родаков шкаф-купе новая тема, там, знаешь, типа открываешь, ну, как купе. Ну, просто он открывает, ставь. А у меня нет шкафа-купе, но скоро я уйду в попсу и смогу скопить деньги на шкаф-купе. Ведь я знаю, ты про шкаф-купе спрашивал. Эти витрины не обдурят и тема не тулят. Пока вы там делали демо, мы делали пули. Все эти группы от нагревки. Это как же там, какая-то синеглазка крымская, не помню. Синюшку как-то синька, наверное, синяя. Фиолетовка, вот. Ну да, за эту весну, короче, планирую выпустить кучу фитов, а с лета уже начнем делать клипы, то есть и так далее, и выпускать. Колу, да. Бля, лучше не ждите, потому что так уже, блядь, каждый ждет, и ты
уже в какие-то рамки тебя загнали. А что ж, а если мы вот вообще не возьмем и нихуя не выпустим? Вот в натуре нихуя не будем. Не ждите. Просто ебать, забьем хуй ебать. Какая разница? Будет, будет, выйдет, значит, не будет. Ждать стоит, конечно. Но просто не надо. Так, ну я понимаю, мы там затянули с альбомом, пообещали. Но, блин, как нас там разрывали, нас материли уже. А у нас срывается там релиз на одном сайте. Не можем там загрузить, что-то какая-то скорость, ну, какая-то борода техническая. И нас там мне в личку такую хуйню пишут, я тебе говорю. Я выпустил 6 клипов к альбому «Лучше, чем вчера». И не собираюсь на этом останавливаться. Еще, я думаю, пару-тройку клипов вы увидите. Планы развивать этот альбом, хочу донести его до масс, потому что только сейчас люди начинают понимать, что да, действительно круто, как бы очень многие изначально... Очень многие изначально, знаешь, так превзято относились к альбому, только послушав его, переоценили свое отношение. Я встретил два милые веснушки. Это ведь не передать, так где же слово взять? Хотя бы строф 5, раз имею честь петь, от чуди млею весь. А либо чуть я стройна до крика, смуглая, дива, больна и дика. Коли не по нраву что-то в мире, шепни, и будет война там мигом. Я не ведал, что красота может пугать, боюсь не так обнять, молюсь тайком опять, грожусь убить всех дядь. За душу эту, за то, что нужен я предан за. Седоковой замутил. Пусть это будет маленькая интрижка. Пусть она останется интрижкой. И дай бог каждому. В клипе «Настоящая любовь» мы видели, как тебе отрезали голову, братан. Как, во-первых, ее приклеили и все ли нормально после этого? Мы делали такое эффекты, постпродакшн, там все серьезно. Ты хочешь сказать, это не по-настоящему? Ну, ты думаешь, по-настоящему? Ну, они-то верят. Пропаганда американского говна. Не пейте колу, пейте Байкал, Тархун, лимонад. Мастерам скотирую, Эминем, Луда, там, я не знаю, Методмен по-любому. Вот такие вот хип-хоп персонажи, это в американском хип-хопе, да, в русском рэпе сейчас там нравится. Рэм, то есть Муравей мне очень хотел в последнее время. И хотелось бы передать привет моим крепким друзьям. Группе Небездари. Это Нав, мой близкий Кент, Бейс, как будто мой старший братишка, Денвер, как будто эталон мышления, и пацаны из Казахстана, которых я, к сожалению, не знаю, но буду рад познакомиться наверняка в будущем. Не вырежьте это, пацаны, хочу, чтобы пацаны это увидели. В прямом плане снимем! Специально для WhatsApp TV. WhatsApp TV. Вендетта. Вендетта. Это WhatsApp TV. Миша Крупин. Я вас люблю. Спасибо. Это Слим. Всем привет из Москвы. Мы в Киеве. С вами WhatsApp TV. Твой клип, где ты ходишь в Нью-Йорке, все очень красиво, все завидовали, вот кто видел, все говорили, блин, это моя мечта, снять такой клип. Расскажи немного об этом, как все происходило, может, какие-то были случаи? У меня была презентация альбома «Лучше, чем вчера» в Бруклине, в Нью-Йорке, и, естественно, я не мог не снять там видео, то есть у меня был концерт, мы выступали и мы сняли видос на тех местах, которые для меня всегда были знаковыми. Там, где снимал Fabulous, либо там Jay-Z, Nas, эти ребята. Глупо было бы не снять. Возможно ли услышать еще старый центр? Это Плюс Гуф и Диджей Швед. Вообще, как бы, работаете с ними? Ну, что происходит именно с этими персонажами? Ну, если так, короче, мне сегодня просто тоже на радио то же самое спросили. И вообще постоянно спрашивают. Я могу сказать так, если так получится, я как бы не против.
Если не получится, я тоже особо не обломаюсь. То есть, пожалуйста, это надо, ну, у них спрашивать. У меня такой нет позиции. Я не буду там вообще там работать с Гуфом или там вообще там центр не будет никогда. Я не согласен. Пожалуйста, ну, если так получится, можно, чё. Мне все равно, правда. Бля, мне через пару минут выступать, а я захотел срать, бля. Чё делать, бля? Обосраться на сцене. Царь захотел срать, Симпсон рифмовать. Мы продолжаем снимать, ебать твою мать. На сцене кто-то продолжает качать. Эй, царь, а ну-ка топай выступать. Еще через 20 минут я ебу сук, и они прут ко мне на хату. Я пошлый и наглый, и я люблю молодых мам, Это был самый грязный рэпер, самый адский сатана, сын Люцифера, собственной персоны. Бойтесь, вашу мать! Поставлю твой замок, это динамит, я террориста с самопинлаком. Твоя бич меня влюбилась, я выйду ее. Она мне сердце подарила, я вырежу. Это вина и металла, для вас как их вечер. Я вас ебал и видеть, слышать не хочу, как мои пыль.